Глазу юлаевского болельщика выглядит этот список. Возглавляет его Кирилл Кольцов. Вторым Вишневский. Но вот нужно добиваться еще раз успеха. Бросок. Гол! Ну вот, собственно, то, о чем мы и говорили. Иван Вишневский использует свой момент. Четвертая заброшенная шайба. Пушки имени Вишневского. Может быть, этот бросок и не был самым мощным, но точным он оказался. Вишневский, судя по всему, не бросал. Мне тоже было удивительно, почему так вот, не самый сильный бросок, а шайба оказалась в воротах. Давайте посмотрим, ничего ли не напутали. Да, Пильстрём, конечно же. Ну вот посмотрите, какие страсти кипят в континентальной хоккейной лиге. Это только самое начало сезона, да? Только самое начало. Опасно! 1-1. Алексей Косауров. Проспали юлаевцы. Разорвали там просто Сахацкого. Какая передача прошла. Ну и Косауров, конечно, свой момент использует. Давайте еще раз посмотрим. Вот, собственно, и все, да, и делать больше ничего не надо. Еще успел обработать шайбу Алексей Косауров, успел посмотреть, куда бросать, в итоге принял решение бросать низом. Лучшие силы соперника сейчас на льду. Джеймс О'Брайен с шайбой. Бросок и 2-1. То, чего мы опасались, в итоге произошло. Галимов добился успеха. Да, третий раз за шестую встречу. Вот сейчас Ансель Галимов, да, в третий раз реализовали большинство в этом сезоне. Еще один момент. Нет. Этот бросок не самым опасным был в исполнении наших нападающих. Хорошо, Пильстрём шайбу перехватывает в средней зоне. Ну и Кирилл Кольцов блестяще, просто блестяще все сделал. Кирилл и Сорокин. Сорокин, отлично проводящий эту встречу, ничего не смог сделать с нашим полузащитником. Видите, какая бурная радость. Но я понимаю, Кирилл, и вы должны оценить. Пусть на наших экранах это было не самое впечатляющее шоу, да? Картинка была не такой уж потрясающей, но вы посмотрите, какая передача на Кольцова пришла. И как Кольцов! Ну, просто раздел Сорокина. Я... Поднята рука арбитра, насколько я мог видеть. Удаление, по-моему, должно быть в составе наших соперников. Нет. Нет-нет, показалось вашему комментатору. 1-0, выход! Ансель Галимов неудержим сегодня. И главный снайпер новокузнечан вновь добивается успеха в этой встрече. Делает дубль. Да. Это было красиво. Звено Кайгородова провалилось. Зубарев и Кайгородов ничего не могли сделать. Между ними на огромной скорости проскочил Галимов.